У нас здесь вообще... У нас здесь уже 2 часа ночи, а мы не спим. И не хотят ведь. В общем... ничего не надо. Один альпинист лезет в гору. Значит, там снежные заряды, ветер, скользко, лед. Это самое, он оборвал все руки, все ногти поломал. Залезает в машину, а там сидит маленький синий человечек. Он так растерянно говорит: ты кто? А ты кто? Я, говорит, альпинист, вот, с трудом забрался на вершину. А ты кто? А я, говорит, твой, самое, смерть твоя, короче. Твой конец. А почему синий? Хоть тебя заждался. Ребята, я вас всех заждался здесь уже на вершине. Здесь так здорово, здесь так круто, здесь море, понимаете? Мне очень нравится такая фраза, что вначале, говорит, я любил лето. Потом я понял, что когда у человека есть деньги, то лето можно сделать круглый год. Теперь я люблю деньги. И там наверху все только начинается. Мне тебе рассказали. Ну, конечно. Вы там забрались на вершину, всех зовете. Вот. А там места мало, холодно, ветер сильный и противный. И туда никого не пускают. Ребята, здесь на вершине так места много, и вид лучше, и воздух свежее. И места для всех хватит. Я вас всех приглашаю. Ура!